Друзья, вот немного дополнения по сбору, когда вы собираетесь ехать один. Всякое может случиться в дороге, ничего тут страшного нет. И с лыжами, и со снегоходом, что хочешь может случиться. Главное, с утра выезжая, проверили уровень топлива, уровень масла, чтобы было все в порядке. Далее берете с собой снегоступы, смотря какая погода, либо снегоступы, либо лыжи. Закрепить их можно сверху кофра. Они мешаться не будут. Есть специальные ремни. Вот они. Зато вы спокойно, когда собака у вас заработала по зверю, соответственно, вы ходите в снегоступах. У меня они 70-сантиметровые, есть 1,10 м, есть две пары лыж. То есть, вот это все берете. Советую приобретать мягкие кофры. Только мягкие кофры. Потому что мягкий кофр, он удобен. Он не жесткий, не гремит, не ломается, ничего. Кофр очень объемный, вот этот литров на 60. Достаточно вместительный. Но открывать я не буду. Его и так видно. Вот он. Высота у него 60. Ширина 55. Тоже 30. Литров 60 это точно. Три объемных кармана. То есть сюда термос, карабин, дополнительную куртку, что-то сунули, шматье какое-то. Все, вот это все можно напихать сюда. То, что ложите в рюкзак, рюкзак вам не нужен. Можете рюкзак вставить туда, если уж на то пошло. Снегоход я держу на домкрате. Всегда вычищаю. После охоты я всегда вычищаю все ролики, чтобы они были в свободном кручении. Гусеница, чтобы провисала. Вот ролик подмерз был. Плюс сейчас подмерз. Опять же, все раскрутились. Вот они, все крутятся. Все ролики крутятся спокойно. Лидок. Но перед тем, как поехать, всегда попрыгайте, раскачайте снегоход, чтобы все ролики отошли. Домкраты его снимите. Я ставлю на домкрат, чтобы не примерзала гусянка. Чтобы вот она свободным была. Так что вот как-то так. Снегоход прошел 4000, работает исправно. Снегоходу 10 лет. Гермомешочек не забываем, потому что когда вы добудете зверя, чтобы у вас кровь не текла нигде, спокойно положили в гермомешок, убрали и едьте. Можете гермомешок притараканить сюда, убрать бензопилу, либо рядом притараканить. Также стяжки. Всегда берите с собой доп. Стяжки, веревки. Это всегда пригодится в любом случае. Все вмещается стандартно в сиденье. Вы опять же вот так, хоп, сделали, ремнями притянули. Все хорошо будет. Ну, вроде все. Завтра мы едем на охоту. Вот у нас квадрик отдыхает, стоит сейчас, только снегоходы. Ну как охота, не охота, обрезка зверя, чистка просек, такая легкая чистка. Как бы снегоход, конечно, это не буран, это снегоход покруче, идет по любой воде, по шуге. Буран, конечно, не так прет, если он хапает воду. Где-то проваливается на низких оборотах в воду, постоянно забивается гусянка. Все, вы в болоте присели. Этот прет везде. Так что вот такие дела. Всем удачных охот. Следите за техникой, собирайтесь в дорогу качественно. Опять же говорю, возьмите лучше лишнее, привезете домой. Чем у вас чего-то не хватит в лесу. Того же бензина, той же цепи, если порвется, и вы развернетесь назад. Вам будет не проехать. Или если вы застрянете, вам никак будет не подпилиться, ничего не сделать. Так что все, всем удачи. Ни пуха, ни пера, как говорится. Все, до следующих встреч.